чем видеть. И Маша. Сегодня мы открываем поширку шурпи. Привет, привет! Здесь на Ютубе мы познакомились с очень позитивным человечком, девочкой Анюткой с канала Happy End. Ссылочку мы оставим в описании. Анюта всегда проводит интересные розыгрыши и конкурсы. В этот раз нам повезло, и мы стали победителями. Да, мы стали победителями одного из сюрпризов от Анютки. Давайте посмотрим, что в посылочке. Давай. Давайте распаковывать. Так, разрезаем мы нашу посылочку и будем смотреть, что же Анютка за сюрприз нам прислала. Как вы думаете, что это может быть? Ручки? Канцелярия? Да. Да, Анюта в прошлом своем видео рассказывала, какую канцелярию она купила к Новому году. Может, и нам что-то такое интересное прислала? Вот здесь даже новогодняя вот такая какая-то штучка. Так, давайте смотреть, вытаскивайте скорее, вытаскивайте. Сколько здесь всего? Даже конфету вам Анютка прислала. Ого, сколько всего! Давайте посмотрим, что же. Может быть, вот такой чудесный блокнотик с таким цветочком. Чудовик-виты, красивые цветы. Это, скорее всего, Машульки, да? Дальше, что это у нас такое интересное? А это у нас магнитики, смайлики. Теперь вы можете на холодильник вешать свое настроение с записочкой какой-нибудь. Посмотрите! Что это такое? Это же, знаете, что это такое? Лайки, правильно. Кстати, кому нравятся эти лайки, ставьте нам лайк за видео. Это лайки, не просто лайки, это, скорее всего, записные бумажечки. Да, вот смотрите, можно что-то написать на ней. Например, Анюта, привет. И приклеить этот лайк куда-нибудь себе на тетрадочку. Ты хочешь на лобик? Не надо на лобик. Мы вот так вот на нашего фиксика. Здесь Анюта прислала нам еще конфету фиксик. Вот так мы приклеим. И получилось, Анютка, привет! Так, ну что у нас еще здесь? Календарик. Боже, какой он красивый, новогодний, теплый. Это здесь нарисованы пряничные человечки, которые залезли в чашечку, наверное, с кофе, да? И здесь, смотрите, Анютка нам оставила свой автограф, написано «От Happy End». Класс! Держите календарик, будете теперь смотреть, какой день. А это стразики какие-то. Машенька, это тебе стразики. Ты можешь украсить себе какую-нибудь кофточку теперь или футболочку этими стразиками. Что еще Анюта нам прислала? Посмотрите, это суперские ручки. А, гелевые, наверное. А ну давайте испытаем какую-нибудь гелевую ручку. Давайте. Мне розовую. Розовую? Давай. А тебе синюю? Держи тебе синюю. Давай ты на лаке что-нибудь нарисуй или напиши. А я буду писать. Давайте. Что написать мне? Цветочек нарисуй, да? Ага. А Тима напишет, что ты напишешь? Маша и Тима. Ну, напиши. Так, что же напишет Тима? А ну, покажи. Тима и Маша, класс, написал Тимофей. Давайте сюда припишем Аню, давайте. Да. Тима, Маша и Аня. Вот так вот. Просто класс. Супер. Что же еще нам Анютка прислала? Давайте посмотрим, пока Маша рисует цветочек свой красивый. Тима мне покажет, что это такое еще. Ага, это клеевые какие-то... Ага, клей с глиттером. Это мы будем делать всякие поделки, да? Да. Вот, с блесточками такой клей. О, а здесь Маша уже нарисовала свой цветочек красивый. Анютка, это тебе. Держи. И что еще нам Анюта прислала? Вот такие вот блесточки. Блесточки. Мэри Крисмас, с Новым Роком. Вот такие блесточки
А для чего же эти блесточки? Рездвяне прикрасы. Это рождественские украшения, то есть будем делать всякого рода поделки и посыпать вот этими блесточками. И для этого у нас еще есть клей. Давайте что-нибудь сразу сообразим, да, что-нибудь интересное. Давайте мы... Вот мы нашли Машину заготовочку елку. Маша здесь даже начала ее разукрашивать. И очень кстати, правда? Да. Сейчас мы ее украсим вот нашими красивыми фломастерами клеевыми, да, и вот этим глиттером, вот этими блестяшками. Даже розовый есть. Давайте звезда у нас на елочке будет красной, да? Так, теперь что нам с шариком делать? Сначала мы немножко наносим клея. Очень аккуратно. Раз, чуть-чуть клея нанесли. Он такой блестящий, красивый. Посмотри. А теперь смотрите, как удобно сделаны эти блестяшки. Они сверху открываются, вот колпачок сверху открывается, и там внутри есть дырочки. И мы просто аккуратно, очень аккуратно посыпаем. Как да. Солим. Как солим, да, правильно Тима сказал, мы как будто солим. Посолили нашу елочку, нашу игрушку на елочке, и получилась вот такая вот блестящая красота. Вот я. Давай следующий шарик. Я хочу. Так, сейчас мы делаем серебряный шарик. Чуть-чуть выдавливаем. А вот эти вот шашулечки, мы конфетки, мы сделаем их красные и серебристые. Хорошо. Посыпаем прямо как солькой, немножко. И получилась красивая игрушка на елке. Я сейчас... Вытрусь. Так, аккуратненько вытрусишь. А ну покажи мне, пожалуйста. А, какая красота у нас получается, правда? Да. Дети, ну покажите, что же у вас получилось? Саша. Вот такая замечательная елочка. Да. Класс! Угу. Вам нравится? Да. Ну что, кому понравились сюрпризы? Подписывайтесь на канал Happy N. А кому понравилось наше видео, подписывайтесь на канал Team Village и Маша. Пока-пока.